Пирокластический поток – смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, образующиеся при извержении вулкана. Скорость потока достигает иногда 700 км в час, а температура газа – от 100 до 800 градусов Цельсия. Характерен для Пелейского типа извержений. Существует обоснованное мнение, что именно пирокластический поток был основной причиной гибели людей в Геркулануме. Вероятно, в стабиях во время извержения Везувия в 79 году имеются данные о пирокластическом потоке во время извержения вулкана Кракатау в 1883 году. Также от пирокластического потока погибли жители города Сен-Пьер во время извержения Монпелье в 1902 году. Пирокластические потоки могут преодолевать водные преграды. Тяжелая масса пепла уходит под воду, но легкая часть с газом продолжает двигаться над водой. При соприкосновении с водой поток теряет свою мощь и температуру, но также представляет опасность и сильно ускоряется. После такого путешествия поток может опять двигаться по земле и фактически подняться выше уровня моря.